рамках губернаторского проекта Московской области «Зима в Подмосковье» в Ленинском городском округе будут работать 24 елочных базара. Ассортимент новогодних деревьев разнообразен – ели, сосны и пихтовые лапники. Приобрести небольшую елочку жители могут от 1900 рублей. Необходимо помнить о том, что на каждой точке продажи должны быть необходимые документы. Это информация о продавце и, соответственно, подтверждающие документы о происхождении этих живых елей. Сезон продаж продлится до 10 января 2024 года. И все-таки, каким новогодним деревьям жители Ленинского городского округа отдают предпочтение в этом году? Искусственным или живым? У нас живая елка, потому что от живой елки веет очень приятным запахом. Лучше искусственные, они у меня долго стоят до февраля. Мне хочется живую елку, чтобы дома вкусно пахло. У нас уже много лет стоит искусственная одна и та же. Видновчанка Татьяна Голубицкая на протяжении 10 лет ставила на праздник искусственную елку. Это и практично, и мусора нет, и ухода особого не требует. Но в этом году на елочном базаре она решилась на покупку живого дерева. В этом году просто захотелось, очень сильно захотелось свежую елку, чтобы был аромат Нового года в доме. На елочных базарах представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Владимирской областей и Пермского края. При покупке для комфортной транспортировки дерево продавец упакует. Узнать адреса базаров можно на официальном сайте Ленинского округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.